Здоровье ямальцев – один из ключевых приоритетов. Задачу построить в регионе новые медучреждения поставил губернатор Дмитрий Артюхов и поделился планами развития Ямала журналистами на итоговой пресс-конференции в конце 2019-го. Перспектива – почти два десятка медучреждений должны появиться в округе, в их числе 6 больниц и поликлиник. Сказано, сделано. Разрешение на строительство детской поликлиники с женской консультацией в Новом Уренгое подписано в том же декабре 2019-го. Медучреждение возводится в рамках нацпроекта здравоохранения. Об этом горожанам сообщил Андрей Воронов. Тогда он курировал строительную сферу всего Ямала. Это один из первых поликлиник, детской поликлиники с женской консультацией, которую очень долго ждали жители города, очень долго ждал здравоохранение само. Такая потребность возникла. Наконец-то заключен государственный контракт. Полностью обеспечен окружным финансированием. Будущий объект перешел из бумажных и цифровых планов на землю. Свободную территорию в Восточном начали осваивать строители. Сложное время пандемии ковида стало испытанием для подрядчика, но стройка планомерно двигалась. Здание обретало контур, один за другим тянулись к небу этажи. Здесь будут организованы две малых операционные, дневной стационар. Кроме этого, есть помещения, такие как для обучения за новорожденным, проведения всяких школ здоровья, именно касаемо вопросов по женскому здоровью. Кроме этого, здесь также будет вестись прием врача-стоматолога на женскую консультацию, именно врач-офтальмолог. Будет установлен аппарат маммографии для исследования молочных желез. И также будут вести прием данные специалисты. Именно все будут сконцентрированы в одном месте. Новая детская поликлиника с женской консультацией – современный медицинский центр. Все то, чего ждали врачи и пациенты, сегодня воплотилось в жизнь. Павел Прожогин, информационное агентство «Импульс Севера».